зажигательная песня сменялась инструментальной музыкой, так что праздничная атмосфера воцарилась в зале с первых же нот. Но не только звуки заставили быстрее биться сердца присутствующих. Шоу, которое устроил иллюзионист, просто поразило зрителей. Это проходило в рамках директорского приема для 40 лучших студентов педагогического колледжа. Но помимо ребят на мероприятие пришли руководители других СУЗов, чтобы поздравить всех присутствующих. Уважаемый Александр Львович, уважаемые коллеги, преподаватели, конечно, вы виновники торжества, дорогие наши студенты. Всегда приятно находиться в этой аудитории среди прекрасной молодежи. Коллектив, возглавляемый Александром Львовичем, конечно, это ваша заслуга, Александр Львович, и вашего коллектива за то, что вы создаете такую прекрасную атмосферу для будущих учителей. Этот путь студенты выбрали осознанно. Они говорят, уже готовы к той ответственности, которая упадет на их плечи после окончания учебы. Я давно хотела стать воспитателем, обучать маленьких детей. Я считаю, что воспитатель – это тот человек, который учит детей правильно жить. Он является образцом, то есть это самый первый для них человек после мамы, который очень важен в развитии маленького ребенка. За плечами у каждого из студентов, которые посетили данное мероприятие, есть свои заслуги, будь то успехи в учебе, спорте и творчестве, или же в научной деятельности. Отметили здесь каждого по 3 номинациям соответственно. Отметим, некоторые из ребят пришли на директорский прием уже не первый раз, ведь это еще и начальный этап большого конкурса, победить в котором не так-то просто. Самые сложные этапы, так это, по-моему, самая презентация. Там нужно рассказать о своих сильных сторонах и доказать, что ты действительно это можешь, умеешь и практикуешь. Но чтобы попасть на этот этап, необходимо пройти отбор, когда сами студенты решают, кто этого достоин. Как делятся сами участники, очень многое зависит не только от тебя, но и от того отделения, где учишься. Больше народа, больше шансов на победу. На самом деле это зависит от отделения, потому что вот на том отделении, на котором я учусь, нас очень много, это самое большое отделение, конечно, но все равно здесь все зависит от того, какой человек, знает ли его весь колледж, поддержит ли его весь колледж, потому что все участники сильны, и, конечно, самый важный этап – это этап самопрезентации, когда ты показываешь себя, показываешь свои способности, и вообще зачем ты стоишь и находишься здесь, и что для тебя это значит. В этом году местом для организации директорского приема стала база отдыха «Салют». Проводить его в торжественном формате принципиально важно, отмечают специалисты. Ведь перед тем, как приступить к дальнейшим этапам конкурса, студенты должны расслабиться. Финальным испытанием это будут выборы студента года, в котором участвуют не только студенты, но и все, и преподаватели, весь коллектив колледжа. Ну и какой же праздник без подарков? Ближе к концу мероприятия гости директорского приема узнали, что уже этим летом их ждет весьма впечатляющий сюрприз. 1 июня этого года – День защиты детей. В День защиты детей мы вместе с вами и с городской общественностью, с нашими коллегами, естественно, будем открывать новую площадь в колледже. Оформлением площади займутся скульпторы, художники, дизайнеры и прочие профессионалы своего дела. Радовать она будет как днем, так и ночью, благодаря полноценному освещению. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.